кукол откроет нам двери, здесь запросто в сказку поверить. А друзей не покупают, друзей не продают, друзей находят люди, а также создают. Всего производится для кукол. Мебель, наверное, все видели. Машинки тоже достаточно распространенные. Вертолеты – это вот новая история. Абсолютно. Пойдемте дальше, к третьему кубику. В третьем кубике у нас куклы занимаются спортом. Вот смотрите, на верхнем кубике самая дальняя кукла в розовом костюме. Это кукла из моего детства. Ее выпустили в 92-м году. Буковки 4 миллиметра. Представляете? Меньше сантиметра даже. Совсем крохотные. Знаете, как их тяжело пришивать на самом деле? Наверху у нас верхошки, кошки-оборотни. Видите, все хвостатые. Хвостатые. Шел как-то Мишка-медведь по лесу, малину собирал, да не заметил спящего зайца. Да, дело серьезное, надо лесного доктора звать. Ой, идут. Ну вот, зайка, приехал профессор, может, он тебя вылечит? Позвольте представить. Профессор Волков с помощницей. Где больной? Дайте мне его понюхать, то есть посмотреть. Здравствуйте, профессор. Что там мне знаком ваш голос? Лежите, больной. Сейчас мы вас осматривать будем. Типичное воспаление и хитрости. Да, вижу. Очень трудноизлечимое заболевание.